сейчас стою на главной архитектурной оси Старого Лондона, которая проходит от Букингемского дворца до арки морского штаба. Вот на этом месте Елизавета II зажжет так называемый национальный светоч. Между тем, Газа готовится к обороне. На въезде в город устанавливают вот такие насыпи. Здесь песок, бетон, любые средства, лишь бы в город не прошли израильские танки. Мы, наконец, стали свидетелями и участниками первого заезда, пусть даже пробного. Электропоезд едет не своим ходом, его тянет специальная машина. И он пройдет от пересечения улиц Тулеби-Тулебаева до Раймбека-Фурманова. В том памятном параде 41-го года приняло участие более 28 тысяч человек. Среди них были воины-казахстанцы. Они, как и многие другие, пройдя по Красной площади, отправились на линию фронта защищать осажденную Москву. Вот в этом живописном месте, в 100 километрах от Астаны, расположился уникальный наземный комплекс по управлению над космическими аппаратами. Именно отсюда, на расстоянии 39 тысяч километров, происходит контроль над казахстанскими спутниками КАССАТ-2 и КАССАТ-3. Специально для Гордимся историей, созидаем в настоящем, уверены в будущем.